Очередной день сегодня с классным небом, с классными тучами за моей спиной. И чтобы все это снимать без рук, нам понадобится посылка из Китая. Что здесь, я пока только могу подразумевать. Но я так думаю, что это ремень непосредственно на грудь. Вы знаете, да, что есть особое крепление на голову. Это резиновая такая штуковина, которая одевается сверху на голову. А в нашем случае, ох, какой высоченный, далеко-далеко самолет, не буду показывать, к сожалению. А в нашем случае такая же шляпа, но пакет абсолютно пустой. Все китайцы стали довольно жадными в последнее время. Итак, ребят, пришло крепление, да, на... Ой. Пришло крепление на грудь. Вот такая вот массивная хрень. И также башмак уже с Китая. Я дополнительно себе купил другую штуку с Китая. Но вот я имею в виду башмак. Вот смотрите, здесь, кстати, вот такая вот штука. Это карабин пластиковый. На нем здесь что-то написано. Next USA, ну и какой-то там, какая-то серия, номер. В общем, здесь сделано из резиночек. Я еще его не надевал, естественно, при вас открывал, не в курсе, что и как. Но вот выглядит он вот так вот массивно, то есть его надо не как майку надевать, а специально вот это убираем, вот так вот, и уже надеваем. Непонятно вообще мне как. Что-то тут где ни хрена непонятно, как его нужно надевать. Ага. Это будет у нас типа как подтяжки получается. Вот такая вот шляпа. Мы сюда суем руку, а сюда голову. Получается вот таким образом. Вторую часть ремня мы скрепляем здесь. Как вы видите, на моем тощем тельце, ну, смотрится достаточно так прям влетая, как влетая сидит. И, конечно же, для того, чтобы пользоваться нормально вот этой штуковиной, кстати, ребят, хочу сказать, никого не было, но только машины катались. Тут приехала какая-то одна машина, здоровенный самосвал, который ремонтирует, вот дает задним ходом даже, тот, который чистит дороги. Ну, в общем, жесть. И прямо вот сюда подъезжает, чтобы не было нам слышно. Но, несмотря на это, мы сделаем с вами этот обзор. Итак, я, наверное, сильно кричу, не знаю, посмотрим. Специально сдает назад. Что ж такое за люди-то? Итак, мы берем башмак. Дело в том, что нужен для вот этой для этого крепления нужен особый башмак. Вот именно с такой вот продолговатой впадиной, с таким трамплином. Все это для того, чтобы наша камера могла нормально функционировать. То есть он вставляется вот таким образом, и камера будет ложиться вот так. Для того, чтобы она смогла вот так вот складываться, здесь должно быть пространство. И, соответственно, либо мы делаем снизу вверх, либо сверху вниз. Тогда камера будет у нас поворачиваться автоматически вертикально. Изображение будет нормальным. Вот таким образом это крепится снизу. То же самое, берем эту штуку, башмак, и с обратной стороны крепим. А сейчас я вам покажу, как это будет непосредственно. Ну давайте уже, раз такое дело, давайте покажу вам, кто нам тут мешает. Чистильщики дорог мешают, ездят большие грузы и все такое. Но несмотря на это, я не буду терять время даром. Я снимаю башмак, который у меня маленький. Видите разницу?
Вот, и теперь устанавливаю уже башмак себе на... Вернее, устанавливаю камеру себе на грудь уже в вашем присутствии. Итак, ну а теперь остается нам только посмотреть, в каком состоянии все ли. Да, вот смотрите, вот давайте пройдем сейчас. Я сейчас закрою, давайте, машину. Закрываем автомобиль. И давайте с вами прогуляемся. Я вам заодно покажу немножечко, что такое арка в городе Севастополе. Вот он идет, большой груз. Чего он сюда идет, не знаю. Но посмотрим. Все для того, чтобы мы не делали этот обзор. Сейчас будет задом сдавать. Смотрите, какая красота, ребят. Насколько это все красиво. Так, может быть, немножечко выше вам нужно сделать. Да, вот таким образом давайте сделаем. На трассу мы сильно выходить не будем. Так, ну смотрим сейчас, что в ту сторону шикарный вид. Вы знаете, я люблю Севастополь, люблю Крым. Именно вот в это время, осенью, самые красивые виды, которые только можно получить, это именно в это время года. Потрясающие просто вот такие мощные клубы облаков. Настолько завораживают, особенно если снимать сверху. Это реально очень круто. И я хочу показать вам, как работает стабилизация. Вот, я иду. Так, я надеюсь, съемка у нас еще идет. На мой живот особо внимания не обращаем. Итак, открывается перед нами вот такой вот взор, вид. Обратите внимание, что в принципе, когда камера на груди, это даже немножечко интереснее, чем камера была бы у вас на голове. С другой стороны, конечно, когда вы находитесь в автомобиле и едете, вы не видите то, что находится, потому что руль закрывает все. Очень прикольно. Руки абсолютно свободны. Вот мы даже можем с вами проконтролировать, что мы здесь видим. Да, ребят, это классно. Это классно. Я даже не вижу, смотрите, я даже не вижу никаких особых искажений в динамике, потому что когда я несу непосредственно камеру в руках, чувствуется, что я иду. Возможно, на большом экране компьютера будет все как-то по-другому видно, но в настоящий момент, когда я просматриваю это видео, ну, я особо не вижу шагов своих. А теперь давайте попробуем... Нет, пробежаться не будем, потому что коленки что-то у меня начали болеть. Но давайте сделаем, скажем так, быстрый шаг. Конечно, сейчас, когда я снимаю быстрый шаг, безусловно, сейчас будет какая-то... Я надеюсь, что не тряска, но динамика. То есть вы увидите, что я шагаю. То есть стабилизация отрабатывает, но все равно видно, что я быстро иду. Вот примерно мы пришли, ребят. Иду, причем достаточно быстро. Может быть, километров 7 в час. Вот, мы пришли, все здорово. Вот примерно так это выглядит. Вот видно будет, не знаю. Но, в общем... Вот таким образом на груди мы носим. Ребят, это просто класс. Это здорово. Это лучше, чем на прищепке. Кстати, хочу сказать, что прищепка, к сожалению, сломалась.
И причем этот способ гораздо безопасней, нежели на прищепке. Вот примерно так. Давайте немножечко с вами теперь попрощаемся. Ну что ж, ребят, спасибо вам, что посмотрели. Извините за долгий ролик. В любом случае, было приятно быть с вами. Приятно было показать эту мелочь. Ну и я очень хотел бы, чтобы вы подписывались на мой канал. Ну и желали развития моему каналу. Всего хорошего, что-то у меня даже голос немножко писклявить начал. Ну и все, ребят. На данный момент посмотрели красоту, нажали лайк и свободны. Удачи, друзья мои. Пока-пока.